Растет не по дням, а по часам. В Самаре открылся очередной обновленный офис Сбербанка. Он разом и больше, и функциональнее любого другого отделения. Офис принципиально нового формата создан специально для предпринимателей малого и среднего бизнеса. На его базе юридические лица могут получить не только финансовую поддержку, но и ряд консалтинговых услуг. Новый офис имеет все шансы стать центром притяжения для начинающих и уже состоявшихся предпринимателей. Он ориентирован на предоставление, прежде всего, не финансовых услуг, где представители малого бизнеса, среднего бизнеса могут получить информационно-консультационные услуги от банка, от партнеров банка, от консультантов банка, поучаствовать в видеосеминарах, видеоконференциях, которые мы проводим здесь посредством видеоконференц-связи, пообщаться с очень интересными людьми, задать свои вопросы и действительно получить те компетенции, которые им могут помочь в существенном развитии бизнеса. Над открытием Центра развития бизнеса руководство Сбербанка долго не раздумывало. Крупнейший банк страны всегда был неравнодушен к малому и среднему бизнесу. Именно он впервые в России рискнул и начал активно финансировать стартап-движение. Теперь Сбербанк России решил поддержать и более серьезные бизнес-идеи. По статистике, в России всего 7% населения занимается своим делом. Еще 26% мечтают стать предпринимателями, но просто не знают, как это сделать. Сбербанк твердо решил, мечты пока еще не состоявшихся предпринимателей пора превращать в реальность. По нашему мнению, взаимовыгодное сотрудничество между правительством Самарской области и Сбербанком в данной сфере заключается именно в возможности оказания дополнительных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Все это положительно сказывается на предпринимательской среде, на развитии ее в Самарской области, на развитии предпринимательского климата. Малый и средний бизнес – это более стабильная категория клиентов, которые не бегают из банка в банк, которым мы предлагаем весь спектр тех услуг, которые мы обладаем, для того, чтобы максимально удовлетворить их потребности. Поэтому мы думаем, что с точки зрения органического роста малый и средний бизнес – это наша перспектива и будущее развития нашей страны в целом. Этот предприниматель не понаслышке знает, насколько важно, чтобы твой банк был честным, открытым и доступным. Свое дело он начал именно с поддержки Сбербанка. После открытия Центра развития бизнеса он надеется, что его бизнес обретет второе дыхание. Ходить за поддержкой теперь далеко не нужно. Новое отделение Сбербанка России открылось прямо под офисом бизнесмена. В будущем же банк и вовсе планирует оказывать услуги для юридических лиц в онлайн-режиме. Хочу выразить общее мнение клиентов Сбербанка. Поздравить с открытием такого шикарного современного офиса в такой великолепной доступности. Такие волшебные сотрудники, которые нам всем рады всегда, улыбаются, всегда довольны, без очередей, готовы принять нас, обслужить. Чтобы развеять последние сомнения начинающих предпринимателей, Сбербанк России подготовил для них специальное предложение – новый комплексный продукт Лига бизнеса. В эту лигу готовы пригласить и тех, кто уже ведет свой бизнес, и тех, кто только задумывается о собственном магазине за углом. Если раньше клиенты Сбербанка могли отпугнуть высокие цены на банковские услуги, то теперь все намного проще. Лига бизнеса позволяет предпринимателям проводить расчетные операции, оформлять кредиты и документацию с существенной скидкой. Экономить на банковских услугах больше не придется. В свою очередь, Сбербанк России сделает все, чтобы эти услуги оказывались качественно и своевременно.